Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной самой сложности без смертей. Бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки. Наше выживание продолжается. А у нас 92-й день выживания. Мы блевали 16 минут и прошли 168 километров. И мы продолжаем. Нам осталось прожить 8 дней. У нас бессонница, мы постоянно пытаемся себя истощать, пробовать, что и как наш главный персонаж будет переваривать. О, сколько углей. Очень много углей, я пошел за мясом. Следующую партию мяса. Кто у нас следующий? Да. Мертвый есть, наш кабанчик. Забираем кабанчика и тащим домой. У нас мясо дома уже готовится. Поднимаю ловушку, потащили мы домой. Кстати, кости. Можно бросать тут кости. Потому что здесь они никуда не денутся. Они останутся. А кости, 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 кости. Костей будет много. Если, конечно, буду выживать дальше здесь эти 8 дней. Что-то я сбросил, а у меня как-то ничего не сбавилось. А много палок. Побежали мы обратно. Так, никого нету, земцев нету. И сегодня мы пойдем в пещеру. Будем искать пещеру, будем находить железную руду. И будем тут заниматься уже кузнечным делом. Ух, понимаешь, чем попахивает. Да, приключения будут у нас сегодня. Прям с утреца, с утра пораньше. Есть не хочу, но пить чуть-чуть хочу. Мы пойдем в джунгли. Сейчас мясо мы нажарим. А выкинем все ненужное и пойдем в джунгли. Сделаем кирку, кстати, да, она нужна будет, чтобы добыть железную руду. И пойдем искать руду. Хочу сделать броник, кстати, себе. Не знаю, сколько добуду руды, не помню, сколько нужны переплавленного металла, чтобы сделать железную броник. Но хочу его сделать, он мне понравился. Тяжело нам ходится. А в чем проблема? 4 куска мяса, как обычно. Много у нас уголечков. Сейчас дело выкинем отсюда в наш ящичек. Единственный ящик, который у нас есть. Спасибо за твои комментарии, за лайкосики. Огромное спасибо. Мы бежим. Наши ножички устали. Надо бежим. Мы все. Ой, там мясо горит у меня. Быстрее бежим. Так. Сейчас добежим. 2 куска мяса сразу мы захаваем, чтобы поднять все жизни, энергии. У нас бессонница, а мне плевать. Мне интересно, насколько я смогу выжить так, без сна. Вон мясо. Мяса много здесь. Воды. Воды напьемся сейчас. Поднимаемся туда. Нет, чашку зарезал. И так уже много чего взяли. Мясо. Тащим свою задницу на нашу плиту. Я и так кости выкинул. Прибежали, смотри-ка, прибежали. Ну заходи, не стесняйся. Все, съесть. Поднимай себе настроение, энергию поднимай.
Три куска мяса я заховал. 100% поднял. Все, выкидываем сюда, жарим мясо. Пойду скину пока угли, потому что они не нужны. Потому что я иду путешествовать. Так, пока бы надо оставить. Чтоб таскать бы много всего, здесь нужно печку опять закидывать. Я не хочу. Уже печка это, погоди, не то сделать. Мясо тут есть. Один день. Пускай мясо у нас есть. Так, угли. Нужно все в кучку накидать. Углей у нас чертовски много. А стрела всего лишь одна штучка железная, а не две. Можно сделать стрелы, кстати. Неплохие стрелы такие. Синие. Железные стрелы можно тоже сделать. Ну, смотря сколько найдем пещер, смотря сколько руды мы добудем. Так. Сколько этого угля? А можно сразу съесть? Пищевое отравление. Нормально, решу попутешествовать, да? А у меня блевотина. Ну, по идее, ну, уголь. Ну, это древесный уголь. Ну, хотя, да. Это... Я перепутал с другим углем. А, нормально. Нам не привыкать к пищевому отравлению. Так, 11 осталось. Вот эту партию я уберу, а там в уголечек и в углу я оставлю. Вот так. Все, давай. Блевани сейчас. Смотри, не хочет блевать. Да? Нормально все. Ну, значит, пей воды. Блевать не хочет. Так, набираем флягу, потому что мы с утра пораньше идем путешествовать. Чистая вода 100%. Ну-ка, погоди, я хочу выпить. Вот так. Мясо приготовилось. Выкидываем все палки. Палки не нужны сейчас. Вообще. Если что, мы в лесу найдем. И сделать одну кирку. Так, одна палка есть. Мясо забирать. 4 куска мяса. Не, много. Мне достаточно будет, наверное, и 2 кусков. Видишь, довольно тяжело бегает. 37 килограмм. Ну, да и так мало. Так, мне нужны камни. Нужно изготовить кирку. Так, изготовить. Так, и камень. А, вот так. Топор. Нет, погоди, не топор. А, нужно сделать ножик. Вспомнил я. А мы сперва делаем ножик. Изготовить. Нет, не то. Не то. Погоди. Пей водичку. А выкидываем сюда золу. А мне нужны обычные камни. Так, 2 камушка или 3 камушка. Я не помню, сколько камней надо. Мясо испорчено. Погоди, испорчено? Добыть. Личинки. Я буду питаться личинками в пещере. Так, добыли. Мне нужны обычные камни. Вот камень. Ну, всего лишь один камушек. Так, это дело выкинуть нужно. Так, скулит. Давай добудем из большого камня. Мелкие камушки. Сейчас быстренько сделаем. А у меня, конечно, бессонница. Изготовить. Вот так, каменный нож, а потом делаем уже бессонницу. Здравомыслие падает. Прикольно. Как всегда, прикольно. А теперь делаем кирку. Так, изготовить веревку и слабый факел. Нет, факел мне не нужен. А мне нужен... О, каменная кирка. Но у меня не хватит места, как понимаю, да? Выкидываем одно копье, берем кирку с собой. Так, здесь у нас будет копье. А, погоди. Уйдем маленько сюда. Так, копье сюда. Это сюда. Все, я готов. Мясо я взял. Ничего больше брать не будем. Некуда уже. 37 килограмм, 4 куска мяса есть. Нужны шишки и бананы, в принципе. И все. Печка пускай у нас стоит пока везде. Вот шишки упали. Как раз, как и заказывал. И идем вон в ту сторону. Уходим отсюда. Погоди, еще пару сек насчет нашего костра. А как у нас он горит? Закинем пару уголечков. И уходим. Уходим в джунгли. Нужно держаться скал. Где скалы, там и находится пещера. Двигаемся вдоль скал. И там на пещере. Бессонница уже один, видишь? Скоро будет 2. О, фрукт. А, надо было съесть его сразу. Что у нас по еде? Да, хочу фрукт. А зря взял камни. Съесть, надо было оставить их в лагере. Так, ну что, двигаемся. Возле скалы и смотрим пещеры. Да-да, мы ищем пещеры. Новые пещеры, которые, возможно, я еще не находил.
Будем смотреть, будем изучать этот дивный мир, 92-й день выживания. А я слышу водопад. Тут где-то есть водопад, да? Но мне нужны пещеры. Найду пещеру, не найду, нажмем одну палочку на всякий случай. Если что, сделать топорик, кирку. Ну, кирка новая, а топор не помню. О, веревка пригодится тоже. Как раз две штуки у меня. Маловато. Солнышко давно не выходило. Дождь идет и идет, не перестает. Я вышел куда-то на поляну. Что за поляна? Я с этой стороны ни разу не проходил. Вон там вижу молодую пальму. Здесь, походу, нет у нас пещер. Здесь просто скала по кругу. Я уже не пойду дальше по кругу. Мясо. Так, молодая пальма. Ну, мясо я брать... Ой, погоди, не кирка. Топорик. Мясо я уже брать не буду. У меня уже бессонница вторая. Второй уровень, смотри, обалденно, да? Так, вот пальма молодая, забери. А, тут я был, там был водопад, кстати. Ну, там наверху вроде бы ничего интересного-то и не было. Так, меда я не вижу. Ну, пойдем в ту сторону. Пойдем здесь поднимемся наверх. Так, копье. Копье, копье мы держим в руках. Так, вижу медик есть. А место для меда, в принципе, есть у меня. Ну-ка, давай, когда будем. Оп, хорошо попал. Ай, опять покусали меня, зараза. Забери мед. Но не без этого, как говорится. Не без этого, конечно же. Покусает все равно, зараза. Кабанчик. Пух. Убежал, испугался. Кабанчики бегают. Дивный мир. Везде зелень. Все везде одинаково, практически. Бананы, кокосы. Куда иду, я сам не знаю. Куда-нибудь выйду обязательно. Так, а бессонница, здравомыслие, минус 2 уже. Сыпь у нас, здравомыслие падает. Ну, не беда. Я съем кусок мяса, и мое здравомыслие падает сразу уже. О, шишки упали. Сразу плюс 5. Так, мне нужно держаться все-таки ближе с кавом. Так, шишки, наверное, хочу съесть. Мед появился. Здорово. Хочу пить. Хочу банан еще. Нужно поддерживать жиры. Если будет очень мало жиров, то тогда будет все очень быстро падать. Так, 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 где пещеры? Мы ищем пещеры. Неважно, насколько опасно. О, будет пещера! А, я, кажется, понял, что это пещера. Или нет, или похоже просто то самое место. А, я понял, да, это проход на ту сторону. Здесь есть же руда. Здесь есть руда, я знаю. То есть просто ее нужно найти. Сейчас добудем. Так, о, камень. Заберем. Так, железная руда. Смотрим на скорпиона. Внизу должны быть скорпионы. Это проход. О! Нет, уже добывали, походу. Здесь ничего интересного нет. Так, пойдем отсюда. Должна быть здесь руда. Что у меня там? Пиявки или сыпь не проходит? В чем проблема? Ой, сыпь. А можно от нее как-то избавиться? Ну, я знаю, с помощью меда можно. О, можно, видишь. Элементарно и просто. А то будет страдать еще. Наш страдалец. Все, погнали дальше. Я пришел за железной рудой, чтобы добыть. Потому что у нас дома есть печка, есть уже горн. И, в принципе, нужно чем-то заняться-то. Хочу изготовить. Какой-то проходик такой неудобный. Камни мне не нужны обычно. Мне нужна железная руда. Но где она, черт возьми? Кстати, я помню, где было очень много железной руды. Это там, где бамбуковые заросли. У пристани. А неизвестная трава. Добыть. Чего добудем? Волокна. Как раз приготовим костер из волокон. Так, я пока не вижу железной руды. Возможно, здесь будет на выходе она. Опять камушек. Так, вот здесь я помню добывал. О, есть. Добываем. Давай, добываем. Уже второй уровень бессонницы. Так, я добыл две железные руды. В принципе, нормально. Да потрясно, а не нормально. 44 килограмма у меня есть. Выкидываем камни, потому что тратится энергия. Так, выкинем камни. 41 килограмм. И я вышел с другой стороны.
Где находится? Там находится самолет. Там находится пристань. Это местечко мне очень знакомо. А знаешь, куда я сейчас пойду? Прямо пойду. Там у нас находится лифт, который, по идее, еще не работает. В этом обновлении 0.5.5. Паук меня укусил все-таки. Не беги, застрял. Больше не кусай меня. Пауки. Так, погоди, по ногам смотри. Да, укусили меня. Делал я повязки, все нормально сейчас. Маленько фигово будет, но я думаю, пройдет. Нужно время вечно. Бессонница, второй уровень, держится наша. Опять паук, что ли? Тут нет, по идее, бананов-то. Так, забрал эту? Табак или что у нас там? Хост. Забрать нужно, изготовить. Пойдем к лифту. В ту сторону. Там, по идее, есть пещера, и там, возможно, есть железная руда. Смотри, доджик резко закончился. Хоть хорошо слышно теперь шаги этих пауков и змей. Температура не проходит, но я, наверное, пить хочу, потому что когда температура, очень сильно хочется пить. Так, ну что, дождь закончился. Выпить. Я поздравляю себя, сам себя, потому что, ну, слава богу. Потому что, когда засуха, то получается суровое выживание. Много сложнее, потому что нужно добывать воду, очищать ее, кипятить ее. У меня что-то появилось снова. Пиявка, что ли? Я что, броник не одевал? Так, что у меня на ноге? Нет, нога у меня перебинтована, все нормально. Нет, походу, пиявка на правой руке. Одна штучка. Так, что у нас? Бессонница у нас и температура. Но это не проблема. Бессонница это не считается. Хрю-хрю! Иди отсюда. Шишки упали. Пойдем теперь по речке и выйдем как раз к лифту. Возможно, найдем другую пещеру. Мне нужна железная руда. Мы добываем железную руду, друзья. Здравствуй. Я твой хозяин. Так, слушай, поэтому... О, кокосы упали. О, кокосики есть. Кокосики можно выпить воду, кстати. Слушай, такое местечко открытое слишком, да? А сколько тут живности? Так, погоди. Я хочу кокоса. Я хочу выпить воды. О. Так, выпили. И добыть. Бессонница второй уровень. Пока что... Ой, погоди, у меня мясо. Мясо нужно. Это съесть. Тут добыть. Так, пещеры я вижу. То есть, скалы я вижу, я не вижу пещер. Идем пока что прямо. Возможно, дальше будет тачка перевернутая. Но, возможно, я ошибаюсь. Да иди отсюда, не скули. Скулит. Сам заскулил. Какие-то пустыри здесь. Засуха. Куда выйду, сам не знаю. Вот грибочки есть. Руки чистые, ну-ка съесть. Поднять себе энергию, потому что энергия очень сильно упала. Таскаем с собой 45 килограмм. Прикинь, мешок сахара. Без 5 килограмм таскаем. Куда я вышел, я без понятия. Мыши бегают. А, наверное, я понял, где я вышел. Наверху у нас, там скоро будет мост. Стойте, ну я практически туда, куда и хотел. Да, кажется, наверху там мост на другую локацию. Проходим. Это кокос? Напугал! Я думал, кокос напугал меня. Тут бывает леопард, кстати. А тут довольно красиво, нет? Водопадика нет, а? Вода вот есть, а водопада нету. Так, поднимаемся наверх. Там у нас племя туземцев. Слушай, я хочу мясо. Я еще хочу мясо. Так, это съесть нужно? Воды у нас уже практически нету. Давай еще съедим мясо, потому что у меня проблемы уже с энергией. Спать я не хочу, я бессонница, хочу 10 уровень получить. Но без мяса, конечно, туго. Ну, кстати, можно поймать. Во, мясо есть. Мясо есть, сейчас мы поймаем, пожарим, и будет у нас 4 куска мяса. На тебе! За ним. Он сейчас сдохнет. Где он? Сдохнул? Там копье мое. Мое копье убежало. Да ну, как убежал? Он должен сдохнуть. Вот он. В кустах сдох. Забирай его. Требуется нож.
Ну, блин, ножа нету. Ножа, погоди. Камни, я камни выкину. Ты серьезно, что ли? Я выкину тогда ножик. Мне нужны камни сейчас. Мне нужно два камня. Я даже копье не смогу вытащить. Большой камень нужен. Так, вон там у нас было. А, речка там должно быть. Здорово! А, черт, у нас два, вы реально проблема. Иди отсюда, пока я добрый. Я бегаю в поиске камней. Камней еще ни одного камня. Так, погоди, без паники, без паники. Во, изготовить. Не то. Железная руда. Не, вообще не то. Выканает. Мне нужно два камня. Я же потеряю ту тушку. Тушку потеряю. Так, тушка моя тут. Но мне нужен нож. Требуется нож для разделки тушки. Да где эти камни? Камни! Вы где? Камни, камни. Не вижу вообще ни одного камня. Когда нужны их, нет, смотри-ка. Ну, понимаешь, засуха. А, нет, дождик. Я слышу, гремит. Там копье мое торчит. Вот в чем проблема. Я трачу очень много и сил, энергии, бегаю в поиске камней. Без копья. Без копья, без мяса. Погоди, есть еще два куска мяса. Есть еще возможность найти что-то. А, добыли. Ну, серьезно. О, нашел наконец-то. Добыть. Пойдем сделаем ножик и добудем мясо. Вроде здесь пробегал. О. Здесь пробегал, но здесь не было камней. Так, изготовить. Давай мне обычный ножик. Уже не до крутого ножика. Обычный ножик, чтобы разделать тушку. Забрать копье и двигаться дальше. Пошел железной рудой. Уже будет скоро третий уровень у меня по бессоннице. Ууу, сколько забрали всего. Так, погоди, копье не влазит. Ножик сюда, копье сюда. Много всего нахватал, выкидываем все лишнее. Так, это лишнее. Камень тоже лишний, он не нужен мне сейчас. 51. Палки выкидываем, они не нужны сейчас. 49. Добыть кокос. Двигаться нужно. Нужно съесть. Это съем. Это 49 килограмм. Так, можно по идее развести костер здесь. Потому что здесь вроде листья защищают костер. А он, в принципе, дождик нету. Давай рубить и делать костер прямо тут. Нужно срочно сделать костер и жарить мясо. У меня не хватит энергии, чтобы приготовить угли. Вот эта тема. Вот это я попал, да? Нужно быстренько сейчас сделать. Да брось длинную, сделай короткую из нее. Добыть. Не хватит, наверное. Зажигалку я еще, к сожалению, не нашел. Давай мне короткие палочки. Давай-ка, сейчас поставим. Но я, наверное, все-таки упаду в оморок. А, зажигалку я не нашел. И тут я даже поставить не могу нигде. Пошел я в джунгли искать приключения. Сейчас упаду в оморок. Ну, не в голодный, конечно, слава богу. А, куски мяса такие тяжелые. Пришлось даже бросить. Ну, давай падай в оморок. Ладно, получу я... Не третий уровень бессонницы, а получу хотя бы первый еще. Ну, я добыл два кусочка руды. Но хотелось, конечно, чуть больше. Давай, падай. Да, в принципе, можно и так уснуть уже. Все, спать. Будет, конечно, подкожный червь, возможно. Возможно, не будет. А, смотри, бессонница все-таки у нас действует. То есть, живешь третий уровень. Так, проснись и пой. В чем проблема? Никого нет. Все, двигаемся дальше. О, подкожный червь, походу, появился. Смотрим. Это... О, заражение крови еще будет. Че? Нет, не то. Повязку. Ой, сперва выводить червя, а потом повязку. А, личинки у меня есть. Потому что я грязный, руки грязные, поэтому у нас будет заражение крови. Так, двигаемся дальше. Нужно двигаться и двигаться. А правда, знаешь, тяжело ходится, но делать нечего. Сейчас я должен куда-то прийти. О, бананы вижу. Да, я их съем. А, грязными руками ем. Но делать, конечно, нечего. Приходится есть грязными руками. Тут много бананов. Я, конечно, предполагаю, где я сейчас выйду. О, смотри, что я нашел.
лагерь. Я, в принципе, и так и думал, что я буду именно сюда. То есть, вон там мост находится, а здесь туземцы сидели раньше. Теперь их нет, я их убил. Ну что можно, сделать костер внутри, но мне не хватит, правда. Костер, делаем костер, делать нечего. Нужно делать костер, жарить мясо и... О, есть, крыша есть, все нормально. Только главное, чтобы хватило теперь палочек. Добыть, тут палки, в принципе, достаточно. А добыть из длинной палки. Углей, наверное, я все-таки не добуду, не хватит мне энергии. Но я рискну. Давай, в темпе. Возможно, быстренько. Возможно, опыт уже есть и быстренько сделаю. No. Давай, спим чуть-чуть. Подкорный червь мы уже получили. Мы продолжаем наше выживание, друзья. И малый огонь нужно сейчас сделать. Обязательно. Поднять энергию и двигаться дальше. Подкорный червь, походу, еще появился. Температура, бессонница, все вместе взято. Есть. Бросаем мяско. У нас 4 куска мяса осталось. По 2 кусочка или 5 кусков мяса даже. Еще 3. 5 кусков. Там было 6 кусков мяса, что ли? С того кабаночка, что ли? Обалдеть. Так, руки грязные. Есть. Мы не будем. Так, этот выкинем отсюда. Что у нас тут? Что у нас по еде? Вот воды нет. Воды проблем, конечно. Воды больше нету. Но, кажется, в фляге была. О, выпить, видишь, нормально, пока что живы. Так, это я съем. Угу, нормально. Что у нас? Подкожный червь появился. О, снова. Да, видишь, заражение крови. Повязка чуть позже понадобится. Все, пока нормально. Только один был подкожный червяк. А там мост у нас. Тут у нас все прекрасно. Жарим бамбук, все нормально. Жарим кокосики. Так, ну что, готовится? Мяско готовится. Чашки выкинем, они мне не нужны. Возможно, будет дождь, можно что-то добыть воды. Но от дома я ушел очень далеко. Но будем двигаться вперед. И только вперед. Так, что у нас? Древесный уголь, стрел у нас 8. Мясо сейчас мы накушаемся. Я должен поднять срочно энергию и двигаться ночью даже. Съесть. Ну, в принципе, нормально поднимается. О, а есть еще мясо, видишь, как я и хотел. Мы жарим мясо и кушаем, поднимаем энергию. Сейчас будем двигаться. Бессонница 3 уровень. Здравомыслие падает очень сильно. Но я готов к этому выживанию. Кто здесь? Здесь вроде никого. Наступает дождь в час ночи, да? А нет, 9 часов, я думаю, час ночи. Еще, то есть, не совсем стемнело, не совсем еще страшно становится. Там, кстати, грибочки, они поднимают энергию. Пойдем за ними? За грибочками? Так, руки грязные, да? Нет, пока нормально. А нужно сделать перевязку нам срочно. Пойдем-ка. О, как дым валит, смотри. Словно туземцы снова живут, да? А это что такое горит? Так, мясо готово. Мясо жарится, нужно делать срочно перевязку. Потому что черви наши уже поработали. И сделаем перевязку. Видишь, как реально проблема. Когда у тебя подкожный червяк. Пиявка еще и появилась. А, у меня еще пиявки. Пиявки — это дело поправимо. Только бы их увидеть здесь. Не видно ни черта. А вон. Весь грязный. Ну понятно, пошел в джунгли. Вон еще пиявка. Все убрали. Одевай броник. Так, я грязный, температура есть, бессонница. Мясо. О, как все быстро падает. Съесть мясо. Поднимаем энергию, нужно двигаться реально дальше. Еще один кусок мяса, правда, есть. Ну, давай пожарим его, потом его... У меня проблемы. А у меня глисты. Ну, не у меня глисты, но может, у меня нужно провериться. Давай мы вдруг на этой ноте мы закончим. Очень все напряженно. Закончим на этой ноте. И уже увидимся в новых сериях по Зеленому Аду. Спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи и всем пока.